Итак, дорогие мои, приветствуем вас. С вами Александр и Елена. Сегодня мы будем готовить шампиньоны, запеченные с творогом и сыром с зеленью. И для этого нам нужно творог, рикотта сыр, плавленый такой сыр, ну мы взяли голландский, такой, чтобы плавленый. Панировочные сухари, чеснок, соль, мускатный орех, белый перец и мускатный орех. Оливковое масло, базилик и немножко кинзы. И самое главное, вот такие большие шампиньоны. Итак, мы взяли вот такие большие шампиньоны. Ну, здесь вот надрезаю немножко. И потом, пац, все, ножка в сторону. Вот так вот. Раз надрезал чуть-чуть, оп, все, ножка отвалилась. Берешь, надрезал чуть-чуть, оп, ножечка и отвалилась. Вот берете вот так юбочку аккуратненько вот так. Раз. Вот. Немножко, чтобы потом сыр не выпадал. Теперь перевернул я шапочками вверх и оливковым маслом смазываю каждый грибок с верхней стороны вот так. А если вы еще примените есть масло со всякими тавлиным, как они? Приправами. Приправами, вот. Еще с приправами, это будет вообще классная вещь. Видите, сразу масло упиталось в шляпку грибочка. Это хорошо. Вот. Теперь переворачиваем. Назад. И делаем вот так. Вовнутрь. Раз. Раз, по чуть-чуть совсем просто вот, вот так вот. Вот. Все. Это пока мы отставляем в сторону, чтобы вам видно было, что мы ничего с ним другого не делаем. И теперь берем вот посуду. Сюда бросаем. Значит, творог 180 грамм. 180 грамм. Сейчас. Нет. Вот рикотта. Тоже творог. Ну, как бы творожная масса. Она же жирнее. Ну вот. Где-то вот так. Итак. Творог у нас 180 грамм и где-то... 200 грамм 200, рикотты. 200 грамм рикотты. Ну, меньше тут 180. И тоже 180. Один к одному. И 100 грамм натертого сыра. Да, вот 100 грамм натертого сыра. Не весь, ну вот так вот. А, 50 грамм? Да, то вот так, да. 50 грамм. А это потом нам посыпать сверху. А, еще посыпать сверху. Значит, да. Мы берем пол нормы. Да, и теперь сухарики. 3 столовые ложки панировочных сухарей у нас панку. Да. Вот. Теперь. Белый перец. Белый перец. Немножко. Вот. Берем соль. Обычный перец. Это смесь разноцветных. Смесь, да. Ну, смесь разноцветные перцы. Черных, красных, в общем-то, душистых перцев. Так, теперь мускатный орех. Тоже немножечко так для аромата, потому что он очень сильный аромат дает. И
Вот, буквально щепоточку. Берем зелень. Базилик и кинза. Базилик и кинза. Вот. Ну и последний штрих. Это у нас чеснок. Еще один. Не перестаю восхищаться этой чеснокодавилкой. Шикарнейшая. Китайцам спасибо. Итак. Все это мы теперь смешиваем. Такую массу. Однородную массу. Так, и вот начиночка готовая, шикарнейшая, просто я уже половину съел, пока вам здесь что-то делал. Берем вот это вот теперь грибочек, берешь грибочек и вот так наполняешь этой начиночкой. Как раз у нас начиночки хватило. Потому что шляпки очень большие. Да, и берите большие грибы, не ищите такой средней паршивости. И так немножко такую луночку. Все, начинил. Теперь и у нас осталось 50 грамм сыра. Это не осталось, это специально. Ну, мы половину положили, да, в начинку, а половину оставили, чтобы для украшения. Для корочки. Чтобы была такая корочка запеченная. Вот. Она расплавится и так будет красиво выглядеть. Разделите на всех, чтобы им всем досталось. Вот, вот так и. Даже притопите, чтобы он вовнутрь впитался. Так, вот. Этот вот уже шедевр, я бы сказал, мы ставим в печь. У нас там уже растопилась печь. Готовится. Я сегодня ее не очень так жарко буду разогревать, потому что это шампиньоны быстро готовятся. И дальше посмотрим процесс. А у кого нету печи? Да, в духовку 180 градусов 20 минут. Вот так. Наши вот грибочки уже все идут в печечку. В нашу любимую печечку. Вот. Так, вот она. Там жара, там грибочки. Все это очень хорошо, классно. Вот. Еще разочек. Вот. Вон. Жару. Все. Ждем. И сейчас через несколько минут уберем. Ну вот так, все уже. Тут все. Ай-яй-яй. А. О. Вон какие. Угу. Сейчас я блюдо принесу. Закроем печку, чтобы теплое. И чтобы коты туда не запрыгали. Коты не запрыгали. Итак, дорогие мои, вот уже горяченькое. И что? И мы берем такой один грибочек. Класс. Вот так. Второй грибочек. Вот так. Вот.
Ставим это в стороночку. Мы берем кинзочку. Вот. Она вкусная будет тоже отдельно. И кетчуп. Вот так. О. Теперь берем вилочку. Ну так. Оно же там не просто. Вот. Вот такой грибочек. Вот. Вот такая красота. Теперь берем немножко кетчупа. Ну, я взял остренький такой. Хороший остренький кетчуп. И будем пробовать. Приятного вам аппетита. И мне тоже.